Ну вот, мы по торжественно, а после торжественного ужина смотрим на море. Наш корабль теперь идет в Монте-Карло. Монте-Карло и Монако. Так быстро плывем. Спокойно так. Красивое море. Моя жена задумчива. Да, красиво очень. Итак, мы отчаливаем. Покидаем наш корабль на целый день, потому что едем на экскурсию по Монако и Монте-Карло. Вот это побережье. Там мы долго пользуемся. Там стоит другой круизный корабль. Вот сколько экскурсий, корабль за кораблем. Этот розовый палас принадлежит принцессе Стефане. А вот сразу за ним желтый принцессе Каролайн. Третий за ним дом принадлежит знаменитой фамилии Кусто. А, сколько туристов! Все хотят посмотреть, как живут миллионеры. Это старинный замок. Старинные стены. Вот там наш корабль. Там наш корабль стоит. Далеко в море. Борис! Here is a
lovely citadel, the fortress, 16th century from Villefranche, and the Cap Ferrat, Bill Gates, Rothschild, David Niven. So we have three roads between Nice and Monaco. This one on the coast, the panoramic middle road we will take on the way back, passing by Aix, and the highest road that was the Roman road, the Via Aurelia. Completely to the top of the mountain. We see from all over the world, from the Mediterranean Sea, 450 spaces of fish,
лежит знаменитая Грейс Келли с ее мужем, принцем Рейнира. Это замок Монако. Здесь живет принц Монако. Вот это вид с горы Монако. Лавка. Это близкие улочки Монако. Настоящих резидентов в Монако есть только 6 тысяч. Есть и больше они, но они как бы куплены, не настоящие. Самая дешевая квартира в Монако и 4 миллиона евро. Большие дома, паласы, может достигать 360 миллионов. Можете представить себе. Настоящие жители Монако не платят никакого такса ни на чего. Вообще, абсолютно. Все такс-фри у них. 700 полицейских. Совсем нету никакой преступности. Рай на земле. Вторая самая маленькая страна в мире после Ватикана. Очень красивые старинные дома. Это
еще опять катедру. Монако. Где захоронены все принцы и короли Монако. Вся фамилия. Вся фамилия Грибальди. Вот это вид с горы Монако. Là, on le voit bien. Ici, on comprend pas sur la droite, là, vous avez ce bâtiment. Là où la ville, on comprend pas.